Будем. Так, у нас бобинное ретрование. Мы хотим проверить, что находится на пленке с подписью Radio Rocks. Так, ну сейчас я сфокусируюсь. Ага, Radio Rocks, вот есть. Супер. Вот такая пыльная, но в целом... Сейчас, насколько я понимаю, да, идеально входит сюда. Так, и ответная бобина будет поменьше, но мы целиком сейчас не будем крутить. У меня где-то была побольше. Сейчас. Сам процесс для меня это такая магия заправки этой пленки. Ну, это еще попроще здесь, на ноте. А вот тут вот на илете еще больше всяких из оборотов. Так, так. Все. Сейчас вставляем. А, значит, сама вот эта вот, сам бобинник 12 тысяч, а вот эти красивые катушки 5 тысяч стоили. Новодельные. Они... За штуку или за две? Нет, за две. А-а-а. За две. 5 тысяч за две. Вот. Это на... их производит чувак, как-то он их печатает, или, я не знаю, обалденно. И вместе с ними это смотрится офигенно. Да, красиво. Так. Родина слышит. Иллюстрация к картинке. У меня, по идее, из тех колонок тоже играет, но из двух одновременно. Господи, я чуть-чуть. Ах, там провода не хватает. Ладно. Это точно Radio Rocks? А у, там у пленки одна сторона, да, здесь или как, или? Две. Сейчас, погоди. Есть. На высокой скорости писали, и еще есть два канала. Да, в стерео записан. И интерес антициклона в чем? В том, что будет ли там болтовня? А, слушай, да, в принципе, я думаю, что в целом запись с радио, наверное, включая болтовню, но пока это не похоже на Radio Rocks, не знаю. Это скорее Radio Pops какой-то. Давай помотаем. Можно потом на другой стороне проверить. Для этого надо ее переворачивать, да, историю всю? Да, блин, сейчас тогда надо будет что-то придумать. Есть ли у меня свободная катушка? Ну сейчас, размера? Сейчас, да, сейчас пока помотаем, а потом, наверное, тогда на другой Где это другая песня? Давай да. Найдем переход. Просто интересно. Да, понять, это запись или не запись. Прикольно мотает. Джингла нет. Просто. Просто затухание, то есть это студийка. Ага, походу не запись эфира. Ну, надо будет в другую сторону смотреть. Угу. Так, короче, нажмешь сюда на вот эту вот кнопку, когда все закончится. Угу. Надо прям так оперативно. А ой, что-то пошло не так. Нет, это и есть. Я, видимо, ты не понял. Когда увидишь вот это, надо нажимать стоп. А, я думал, подожди, я просто думал, что он сейчас всю сначала перемотает на ту сторону. Не, я думал, что надо дольше ждать. Я не знал, извини, я этот... Ну, я не в общем, не это был вот как раз тот самый момент, как бы может заживать. Я вот, понял. Вот оно вот начинает вот так вертеться. Угу. Причем в следующей модели, в какой-то 203-1, это пофиксили, а автостоп появился. А тут вот... Угу. Я понял. Все, лучше ты контролируй, потому что из меня бобинный оператор из меня не очень, как ты понимаешь. Так, сейчас я. Вова ищет катушку. Да, у меня где-то было. Но... Это вопрос. Очень странно. Или у меня не
таких больших. Хм. Погоди-ка. На что я писал Daft Punk? Сюда, что ли? Погоди-ка. Вот будет прикол. Если у меня нет большой катушки свободной. Нет, вроде была. Сейчас я проверю. Я понял. Это не то. Чё я? Я сейчас буду путаться. А чтобы, получается, на другой стороне прослушать, нужно ее всю перемотать? Да. Да. Наверняка есть... Слушай, можно для быстроты просто другие катушки попробовать тогда? Ну да. Тогда сейчас не будем этим заниматься. Давай просто другие катушки проверим. Если что, всю зиму живу без батареи. Прям как настоящий европеец. Не, у нас, кстати, на каждой батарее счетчики есть, но они не легализованы. Ты смотри, что написано. Рок-опера. Звучит не по-европоплюсовски. Ну, окей. Вот обрати внимание, почему это тут висит, что когда вот здесь вот сделано некрасиво, здесь прям уже пленка начинается. По идее надо отрезать, на скотчик специальный прилепить, вот эти стартовые рекорды. А, рекорд, да. Вот. Фагера смотрели, знаем, слышали такие слова. Когда записываю себе, я рекорд... Добавляю, если его нет. Блин, отсюда у тебя клево стримы вести. Вот можно прям стримы вести. Так. Поставить камеру, которая будет снимать эти бобинники и все это дело. И будет очень даже интересно. Я не знаю, надо ли. Оу! Сейчас. Шазами. Ну, в начале обычно. Шазам говорит, что хз, что это? Рик Уэйкман. На Европу плюс не очень походит. Смотрю с двух сторон. И давай третью пленку. О, момент. Умеет ловить вовремя. Да. Ну, сейчас такой экспресс-тест. Чтобы понять, что, возможно, это не то, что ожидалось.
Ну, благо оно стоило. Благо оно стоило ничего, фактически. Да. Сейчас. А потом я в нужный момент, потом, когда найду бобину, все перемотаю. Здесь, кстати, нет бумажки. Было бы круто, если бы там что-то было необычное. Черная пленка. А, мыть приходится головку буквально после каждой пленки. Вот после советских. Mm-hmm. После советских берешь ваточку. Mm-hmm. И там всегда коричневая. Mm-hmm. Коричневая, да, неудивительно. Вот. Пленка категории Г. Как пельмени. Угу. Так. Но не вся советская пленка такая, есть крутые, так что я не гоню в целом-то. Понятно, что всегда была разница. Ну ты прям Максимилиана успокоил. Да, но вот если взять пленки. Оу! Оу! Спортнес. Да. Силда американская. Вот это классная пленка. Ну слушай, по качеству звука, кстати, у меня претензий нету. И к аппарату, и к пленке. Это, том, что это там, можно слушать. Любительская штука за 1000 рублей. Понятно, что здесь качество могло бы быть получше чуть-чуть. Но в целом, как мафон за 1000 рублей, это вполне. Да, слушать это можно, вполне это годно. Вполне себе годно. А у тебя левый показометр работает канала? А, он просто не. Может быть, там сигнал чуть послабже. Mm-hmm. Когда барабаны вступят, ты увидишь. Слабенько, все равно слабенько. Правый показометр ощутимо лучше работает. Он даже и по виду, кстати, такой, знаешь, как будто бы его поменяли, а левый типа родной. У левого стеклышко затертое, а у правого чистое. Просто я пытаюсь найти. Сейчас. Давай полимитируем. Не, у меня точно была большая. О, Daft Punk. Daft Punk, это интересно. Я хочу. Это то, что я писал. Может быть, там будет помощнее сигнал. Мне кажется, что вот в старые времена как-то они, может быть. Ну, от аппарата тоже, да, зависит, на чем писали. Не пытались подгонять под уровень. Сейчас. Я не помню. Это на YouTube будет не залить. Он сразу скажет то, что у вас копирайты, ребята. Может быть. Ну ладно, проверим. Страйк получу от скорпионцев. А, про скорпионцев? Конечно. Так. Подожди.
Почему здесь Абба? Подожди, что-то не так не должно быть. Что-то пошло не так. Подожди, где-то была, значит, Абба. Стопэ. Это тот самый чувак, который, видимо, все перепутал. Сейчас бы не запутаться еще раз, еще сильнее усложнить. Вот оно что. Может быть, все-таки Daft Punk был писан сюда, но нелогично. Нет, не может быть, я не верю. Это тоже... Витя. Так. Ну, как хочешь. Мы можем продолжить поиск еще немножко. Ну, вот давай до победного попробуем. Расследование. Вот это похоже на заворот не в моем стиле. Ну ладно. Давай. Так, это Абба. Я ее положу сверху. Лучше ее положи куда-нибудь и пометь бумажкой, что это Абба. Ну, она на коробке, на которой написано Абба, поэтому... Нормально. Пойдет. Ой, что я сделал, смотри. А! Вокруг кнопки. Сейчас бы крутилось. Здесь нужно быть осторожным, это да. О! Нет. Это тоже не Daft Punk. Вот, видишь, тут. О, кстати, да, видно. Да, здесь левый нормально записан. Точнее, первый канал. Да. Так. Угу. Ну, в общем, ладно, да, я думаю, что... Хватит. Да, я думаю, что Daft Punk искать это мы будем долго. Можно вот, да, остановимся на том, что мы заценили, в принципе, ретрование-бобинование. Следующий уровень – это записать туда коммодоровскую программу. Да, и, кстати. Вот, и загрузиться с нее. Ну все. На этом наше видео подходит к... А, последнее, да, еще катушечка? Ну, давай еще. Не, а, ну, все как это? Хочешь, как хочешь, пожалуйста. Ну, давай еще вот одну катушечку, давай проверим, что там будет. Давай. Потому что интересно, интересно. Это всегда, знаешь, это... Мне напоминают, это типа проверка платок на денди. Типа тоже, которые неизвестно что, как бы включаешь, и потом уже только понимаешь, что это за игра. Такая же ситуация и с катушками получается. Для меня, как человека, который с катушками не знаком, вообще с этими, с бобинами, это для, конечно, открытие. Я думал, они как-то более очевидно подписываются на самой там... Да, подписывают на рекорды иногда, но как бы что-то я мне это в голову не пришло, видимо, пока еще. Сейчас, секунду. Оп, вот так. Навык, навык, это навык. Это надо уметь. Сейчас. Ювелирная работа. Боже мой, что началось? Звучит не очень. Странные звуки. Погоди, погоди, погоди. Стоп. Кажется, что-то пошло не так. Тихо, тихо, сейчас. Чуть-чуть, немножко, да. Скрести начало. А, да. Это то, что надо. О. Сейчас. Мы нашли Daft Punk? Да. Да, это оно. Видишь, как скачет? Это я писал. Ой, перегруз пошел, секунду. Ну вот здесь явно так. Я, может быть, даже с легким перегрузом писал по меркам их, но... А ты с чего писал? С компа? С компа, с компа. Но я не MP3-шки писал, а специальную разжатую версию, ага. Знаешь. Пытаюсь найти, как это не влияет.
слышу перегруз. Ладно. Но в целом вот. Не буду, да, хотя можно. И, кстати, вот это вот не работает сейчас. Ага. Сломалось? Счетчик ленты. Да. Все. Ну все, на этом заканчиваем. Нашли, нашли. Ну-ка, финалочка будет. Опа, чуть-чуть.